Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Без усых не пришло. Раз село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын. Ждала вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится.